43% муниципального имущества застраховано в Кузбассе. Жителям потопляемых территорий тоже необходимо задуматься о безопасности своего имущества. Страховать будут только до 1 апреля. Паводок может принести ущерб вашему имуществу. Об этом нужно задуматься заранее. Областные власти обращают внимание. На сегодняшний день только 15 кузбассовцев, проживающих в зоне возможного подтопления, оформили страховку. Если все-таки беда наступит и дом затопит, то если он не застрахован, все расходы по ремонту, восстановлению, они лягут на плечи собственника. Жителям нужно успеть застраховать подворье за месяц до ледохода. Без полиса все расходы на ремонт могут стать неподъемными. Страховка гарантирует минимум возможных убытков. По решению нашего губернатора Амана Гумеровича Тулеева, гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума, стоимость страхового полиса оплачивается за счет областного бюджета. Страхование продлится до 1 апреля. Поспешите обезопасить себя.